А здесь вот смотрю, молодцы. Давно пора, надо было это убрать, эти деревяшки. И, наверное, современно надо жить. Вот эти все лавочки, эти частные вот эти бутики все убирать. Ну, я думаю, что это давно пора это сделать. Потому что, чтобы город был чище и более, как бы, процветал. Чтобы очистить от всякого мусора и хлама, я думаю, это самое главное. Надо, наоборот, что-то новое делать, чтобы красивый город был. Конечно, все жители рады. Это прекрасно для всех, эстетическая часть города. Для всех это хорошо и удобно, и красиво.